Экологически настроенные шимкенцы недоумевают. Едва горожане приучились складывать бутылки и банки отдельно от другого мусора, как вдруг это занятие оказалось бесполезным. В некоторых микрорайонах Шымкента исчезли эко-контейнеры. До недавнего времени на этом месте на протяжении 2 месяцев был установлен эко-контейнер, предназначенный для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Однако в последний месяц местные жители заметили пропажу. Предприниматель, который устанавливал по городу эко-контейнеры, уверяет, что это не происки конкурентов. Причина в другом. Доступные плетеные баки облюбовали местные бомжи. Добраться до содержимого и подзаработать на чужом бизнесе оказалось легче простого. Другая причина – в некоторых микрорайонах Шымкента устанавливать контейнеры просто невыгодно. Контейнеры, да, приходится менять в связи с тем, что в некоторых местах есть случаи мародерства. Потом режут контейнеры, с другой стороны не наполняются, то есть в течение месяца контейнер стоит, там 10-15 бакташек закидывают, и смысла держать контейнеры в этом районе нет. Контейнеры для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок появились в микрорайонах Шымкента 2 месяца назад. В них горожане должны были складывать пластиковую и алюминиевую тару. Шымкенцы тогда обещали, что быстро привыкнут к полезному новшеству и постараются сортировать мусор. С тем, что окружающую среду нужно беречь, никто спорить не стал. Раздельный сбор мусора, несомненно, бы улучшил экологическую ситуацию в городе. Да, все нужно, но надо все делать, как положено. Чем они будут загрязнять город, чем они будут валяться в городе, нам вообще надо научиться культуре, да, чтобы люди к этому относились серьезно. Сегодня в Шымкенте установлено около 90 контейнеров. Несмотря на то, что бизнес пока не приносит большой прибыли, молодой стартапер установит еще 10 плетеных корзин для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Предприниматель верит, что рано или поздно мусорная тема в Шымкенте станет цивилизованной. Бахром Абдуллаев, Талгат Абдинабиев, Марат Давлетов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Утраж».